Презентация ОНБ, которая состоится 5.12.2020. Едем. Как-то так. Александр, ваша реакция? Утро. Декабрь, скоро Новый год. Все говорят, мать, из хреновую машину. Задний мост включили и пошли 4 на 4, блин. Нет, на самом деле Нивы выдергивали. Блин, капец, блин. Вот так вот, ребята. К вам на презентацию мы едем, а вы... А, 400 километров ехать. Кто со мной не знаком, меня зовут Александр, можно просто Саша, компания «Автоспектр». Немножечко послушали вы уже от дяди Олежи презентацию, да? Ну, какие-то азы уже что-то рассказал. Давайте немножко улыбнемся тогда. Знаю один анекдот, хочу рассказать. Мужик всю жизнь бухает. Всю жизнь бухает, вот все. Жена ходит, блин, Коля, блин, ну как же тебе? Мы это пробовали, Раскодируйся. Вот, ну что, друзья, минуточку позитива. К чему? Кузнецов у нас нет, поэтому для вашего сегодня стол накрыт, чай, кофе, пожалуйста, бутерброды, конфетки. Самое главное, в 6 часов просьба никого не расходиться. Будет вкусный ужин, будет мясо, будет картошка. Ну и, соответственно, дальше как пойдет, уже будем на месте ориентироваться. Девочки, если что, есть. Ладно, не сдавай, ты же... Давайте вас немножко познакомлю, что мы сегодня вам расскажем. В первую очередь вам сегодня мы представим вот такие новинки замечательные. Это цинк. Ой, не цинк, а мовиль. Извиняюсь. Мовиль. В евробаллонах. Расскажем историю происхождения этого мовиля, когда, откуда он появился. Но также покажем самое главное на практике. Вот, следующее, что мы сегодня покажем, это цинк. Цинк у нас уже как бы есть в обиходе, уже и продается. Кто-то знает, кто-то не знает. Тоже затронем его полностью, эту тему, расскажем, откуда появился, как до этого дошли, сколько испытаний мы провели, чтобы получить такой продукт. Ну и, соответственно, изменились чуть упаковки. Это дядя Олежа все тоже расскажет. И покажем на практике. Вот. И самое главное, что еще хотим, будет тема, это давать гарантии. На наши материалы, что мы сегодня покажем и презентуем вам, смело можно давать гарантии клиентам. Эту тему мы тоже затронем и обсудим чуть-чуть попозже. Следующее, что мы еще сегодня покажем, это эпоксидные грунты, антигравий. Где он у нас? Вот он, да? Кто-то видел, кто-то не видел, тоже будет ноу-хау, интересно. Антигравий на каучуковой основе, 80% каучука. Покажем, на что его можно наносить, как он наносится, течет, не течет, как растекается. Все это дело продемонстрируем. Ну и, конечно же, расскажем про наши остальные материалы. Это лаки, грунтовки, которые остались. У кого появится желание, можем показать, нанести, без проблем. Вот. Ну и потом в 6 часов вечера у нас запланирован вкусный ужин. Это приедет мясо горячее. Поэтому будем наслаждаться. Ну что, дядя Олежа, вам слово. Я думаю, что большинство уже все имеют такие дисконтные карты, да? Поднимите руки, у кого нет. Я потерял. Она привязана к номеру телефона, ее можно с собой не носить. Подойдите ко мне во время презентации, ко мне, я вам обязательно их выдам. Они бесплатные. Что дает эта карта? За каждую покупку, что вы совершаете в нашей компании, вы получаете на нее кэшбэк. В виде бонусов. Один бонус – 1 рубль. Они никогда не сгорают, эти бонусы. Копить можно хоть годами. А самое главное, вы всегда сможете рассчитаться до 100% за любой товар. Накопили 1000 бонусов – 1000 рублей. Приехали и потратили ее. Это ваши деньги, поэтому как бы мы их возвращаем.
И что еще? Это наш сайт, который уже полноценно у нас работает, со всеми ценами, со всем наличием. Очень удобный, легок в использовании. С любого места зайти можно, с телефона, с ноутбука, без разницы, даже где бы вы ни находились, да, все четко заходит. С сайта вы всегда сможете заказать товар, заказать самовывоз из любого ближайшего магазина, который будет на вашем пути. Ну и также товар отправляем в любую точку России. Это происходит все очень быстро. Вы сделали заказ. В течение 2 минут с вами, там, 2-5 минут связался менеджер, уточнил, все ли по заказу правильно, все ли совпадает, перепроверили. И, соответственно, буквально уже на следующий день товар к вам уехал. Транспортные компании работают очень быстро. Ну, в течение недели как бы люди получают. Пока нареканий нет никаких. А? Ладненько, начнем. Про цинк, ну, все поняли, цинк, как бы, кто пользовался цинком уже? Еще кто-то пользовался? Проблемы у кого-то были? Молодец. Что у тебя было? Все, понял, твой вопрос. Так, давайте я, наверное, на этот, позже отвечу на этот вопрос. Подойдешь, как бы вопрос действительно интересный и нужен для всех. Цинк вот этот, чтобы вы понимали, аналогов ему нет и в ближайшее время не будет. То есть, если кто-то сделает по точно такой же формуле цинк, то цена этой банки будет около 7 тысяч. То есть такого же состава. Почему? Потому что именно вот наше сотрудничество с Автоспектром и позволяет нам удержать цену. Почему сейчас вот нам очень много пишут, кто хочет стать дистрибьютором? Вот люди были свидетелями утреннего разговора. И мы не даем права на дистрибьюцию пока, потому что, в принципе, это будет невыгодно. То есть мы накручиваем очень маленькую цену на товар, потому что он обходится очень дорого. Все материалы, которые не материалы, а ингредиенты, которые к нему подходят, да, вернее, из которого они состоят, все они очень дорогие. То есть мы берем самое высшее качество по самой дорогой цене. То есть и из него уже делаем свой материал. Естественно, себестоимость такого материала выходит очень дорогая. Если бы мы бы имели целью на нем чисто заработать, то, естественно, цена бы была бы очень большая на него. Но что я хотел сказать другое. То есть этот цинк как бы является, да, действительно очень мощным таким оружием против ржавчины. Я бы сказал бы даже, что это панацея. Даже если она у тебя будет боком. Он наносится без анодов, катодов, то есть без... С краскопульта просто вот нанес все, да. Вот, вот детали тоже я с краскопульта просто наносил. Сегодня мы нанесем, посмотрите. И я отошел немножко от темы. И вот в те стародревние времена, то есть он широко использовался, но был другого состава. Сейчас в автомобиле пытаются это сделать, но ни у кого не получается. И когда мы были на одном из заводов, вот с ребятами с Автоспектра, они меня все время допытывались, говорят, а сколько цинка в вашем составе, да? Потому что людям, вот чтобы задурить голову, сейчас есть и, ну, одна из фирм широко рекламируется, говорит, у нас суперцинк 95% наполнения цинка. Ну, это, во-первых, вранье, потому что у вас он не, у вас не будет связки для него, да? То есть 5% это ни о чем связать. По сути дела, это один металл. И больше того скажу, что 80% наполнения грунта, оно есть, оно идет в производствах, но для машин оно губительно, оно неприменимо для машин. То есть такой цинк не будет работать. Многие цинки, вот, наверное, человек, который задавал вопрос, смываются разбавителем, да, то есть обезжиркой. И то есть именно поэтому я и забраковал. До того, как много, до того, как вот этот цинк взять, то есть я много испытал фирмы, я все-таки решил посмотреть, думаю, вопросов много, что за цинк этот, и начал испытывать. Поначалу мне показалось все интересно, но потом я нашел очень много минусов, и брал я около 15 известных брендов, включая Word. Все они наносятся красиво, все смотрятся здорово, но они не выдерживают тех нагрузок, которые, в принципе, нужны были мне.
И я уже опустил руки, как бы сказал, все, не буду этим цинком заниматься, ну, говно полное. Понимаете, сделать материал, да, прорекламировать, сказать, что он классный, то есть с моих уст это, да, и потом, чтобы мне люди писали, что Олег это, ну, говнище полностью. То есть я не хочу, поэтому я как бы отказался, вот как у вас слой был потоньше и красивенький, он очень хорошо растягивается, вот можете передать, посмотреть, как он, как покрытие растягивается. То есть вот разбавили, нанесли, он ложится с небольшой шагренькой, но потом все это вытягивается в ноль. И если вы уже будете красить, то обязательно деталь, вот нанесли, она вас замотовела. Как только замотовела, не ждите, что он у вас там прям, ну, совсем станет. Деталь замотовела, все, разводим жиденько эпоксидный грунт и тонким слоем на него наносим. Многие оставляют эпоксидный грунт, да, после того, как нанесли, думают, потом мы его замотуем, и все, и дальше погнали. Что у вас получается? Вот деталь ржавая, да, то есть вы нанесли цинк, вы нанесли тоненький слой эпоксидного грунта, а эпоксидный грунт что перед работой? Его обязательно нужно замотовать, правильно? Вы начнете мотовать и вскроете этот слой. Поэтому я рекомендую всегда, нанесли тоненький слой эпоксидного, ну, на цинк или неважно, с чем вы работаете, возможно, вы там с другим чем-то работаете, да, но эпоксидный грунт вы наносите тонким слоем. И его обязательно нужно перекрыть акриловым грунтом. Для чего? Не для защиты какой-то, а у акрилова нету защиты, он гигроскопичен, да, он пропускает и влагу, и все. То есть акриловый у вас будет служить вот этой подушкой, которую можно замотовать. То есть вы ее замотовали, нанесли рисочку, да, и с ней мы уже работаем. То есть мы уже не дотремся до эпоксидного грунта и не снесем его. Правильно? То есть только для этого акриловый нужен. Развести акриловый сразу и эпоксидный, это не составит труда. Две баночки развел, эпоксидным прошелся, вылил в тот же пистолет, залил акриловый, дунул. Все. То есть вы уже сможете аккуратно замотоваться и, то есть, не протереть, не открыть. Здесь вот даже, да, где-то вы плохо замотовались насчет цинка, да, то есть он прилипнет по-любому. То есть адгезия там, ну, неимоверная. Вот. Потом посмотришь. То есть на него прямо можно шпатлевать, но... Я бы не шпатлевал универсальной шпатлевкой. Почему? Потому что универсальная шпатлевка, она гигроскопичная, да? Несмотря на то, что состав вроде бы один, давайте вот подумаем, почему так? Почему вот они все на полиэфирной смоле, да? Что универсалка, что стекловолокно. Почему универсалка гигроскопичная, а стекловолокно, ну, считается не гигроскопичным? Потому что, да, из чего состоит у нас универсалка? Это либо ракушечник, либо известняк, просто перетертый, да? И сам наполнитель, он уже является, в принципе-то, гигроскопичным. И, то есть, связки этой недостаточно для того, чтобы, ну, создать хорошую защиту. А стекловолокно, карбон, оно само по себе, оно не гигроскопично, да? И смола, она тоже не гигроскопична. То есть, получается, что... сам материал не гигроскопичен. Но, опять же, любой материал, который имеет какое-то жидкое состояние, либо мягкое, любой материал, он гигроскопичен, пока не кристаллизуется. Правильно? Все, покрыл, все четко, да? Угу. Прокрыл сверху эпоксидом. Покрыл сверху акриловым. Ну, по книжке все. Да-да-да. Зашпаклевал. Это мятина. Я ее зашпаклевал. Uh-huh. Поверху акрилова нанес рисочку, зашпаклевал, все, высохло. Я начинаю тереть. Я начинаю тереть. Вывел плоскость здесь, все четко. Но, естественно, я пробил вот здесь до цинка. До металла, может быть, я не пробил, но до цинка я пробил. Мне вот, а здесь, на этом месте, тоже был такой же рыхляк, как и везде. Uh-huh. Мне как вот здесь, вот, что опять вот
эпоксидом подшить. Нет, тонким, считать, тонким слоем. Да. До металла, да. До металла пройдет. Метал. Не, опять пропшикивать. То есть обратно тоже. Тонким слоем эпоксидки, да. И опять накрываем акрилом. Да, да, да. Нет, акрилом не обязательно перекрывать. Ну, я его 80, я его счешу 80-кой цинка. Ну, возможно, счешу, да? Ну, 80-ка, если хорошо потереть, то возможно. А но трется хорошо, он а тяжело. Если я уже протер, я мне смотри, опять подсыпал. Вот это все убрал. Мне ну, это потому, что тут ее уже ломали столько, что просто капец. Опять подцинковать не надо вот это место? Нет. Ну, не, можешь а подцинковать. Можешь подцинковать, это будет ты лучше. Просто получается, смотри, ты, где у тебя трудные места. Да, можешь погнуть, значит, поиздеваться. Краска крова превратится просто в целое, блин, целый день. Да. Но зато... Вот даже вот смотри. Вот видите, вот я оставил деталь. Здесь она просто напылилась. Вот как бы здесь красили, да. А здесь просто перепыльчик. Перепыл вы тоже так не уберете. То есть смотри, если я здесь протер, если я здесь протер до цинка, мне в идеале не надо покрывать акриловым грунтом. Да. Не скажу, что это не металл. Это не металл, это цинк. Это цинк. Это цинк. Мне зрение херово. Нет, ты можешь, вот, металл у тебя будет вот. Вот металл, посмотри. Цинк, ну, не надо запоминать порядок работы, да? Надо запомнить смысл, как это работает. То есть цинк – это активное вещество, которое, оно все время активное. То есть и при малейшем попадании влаги на него, он сразу вырабатывает водород, не подпуская эту влагу к вашему металлу, в то, что он защищает. Это как огромнейший плюс, так и огромнейший минус при покраске. Самая большая опасность. То есть, нанеся на него краску, краска гигроскопичная, да, и лак, какое-то время, то есть, пока она не застынет. То есть, у вас пропускает краска влагу, влага попадает на цинк, и цинк начинает отталкивать краску. То есть, у вас это отслоится, и вы подумаете, блин, какой-то косяк, да? Если же вы покрываете, то есть эпоксидным грунтом, тоненьким, что он делает? У него очень плотная молекулярная структура, он попадает в эти поры, потому что материал цинк сам по себе, он пористый за счет того, что там цинк, да? Он попадает в эти поры, выталкивая возможную влагу, которая может там быть, и создавая пленку. Через него уже не пройдет влага. Поэтому мы и наносим эпоксидный грунт, несмотря что состав у них с эпоксидным грунтом, то есть здесь он сам на эпоксидной основе, да, то есть, но за счет того, что в нем много цинка, образуются поры вот эти. И вот опасно, чтобы туда не попала вода. Да, ты его залишь, да. Он всегда так работает. Да. То есть вне зависимости от времени. Вне зависимости. Если эта машина придет, я не буду знать, через полгода. Не я ее делал. Он будет работать. Он будет работать. Конечно. То есть я вскрою, я не знаю, что там снизу, и не перекрою эпоксидником, а где-то я его вскрою. После покраски. Ну нет, цинк. Что творит? Он тебе снимет, да, краску. Класс. Да. То есть, да. То есть я и говорю, что это атомная бомба. То есть она работает супер, но если ты не ту кнопочку нажмешь, то возможно взлетишь. И вы попадаете прям на страничку. Подожди, а это что, это мовиль? Нет, ты на него сейчас не попадешь. Он покидывает, но пока да. Да, просто мы с вами презентацию проходим, а на сайте этого материала еще нету, на моем. Да, у них как бы уже есть в автоспектре. И по сути дела в автоспектре все быстрее появляется, чем у меня на сайте. Потому что мы сразу с завода все сюда везем. Вот. Перебью, на мовиль сейчас переходим, да? Да. Ну а вот, давайте. Да, вот. По антигравию. Вот, по антигравию я сейчас, да, покажу. То есть... Сергей! То есть он не сбивается. То есть в отличие от когда мне первый цинк прислали, я в него не мог вообще продолбиться. То есть это была проблема вообще. То есть и я не мог воткнуть палку вот так вот розеты. Здесь вот уже сколько он вот с завода приехал, постоял. Ну не знаю, если год постоит, может быть чуть-чуть и осядет, но так он не осаживается. Будет переворачивать переднюю. Да. Опять же удобно, вот вы крышечку сняли, то есть ее же прикрутили. Смотрите, он очень густой. То есть кисточкой можно намазать. Засыхать руками укладывать, не знаю. Да.
хватит. В принципе-то разбавитель вы можете сразу разбавить. Там не надо ждать. Я на видео говорю, что потом, но на самом деле это просто на видео стараюсь как бы больше технологии, чтобы ну, народ не сильно ошибся. На самом деле самое важное, это чтобы его перекрыть эпоксидным. И самое важное, чтобы... Ну, R4 можно, если что, да? Да. Ну, цинк нет. Нет, цинк лучше разбавлять именно этим, а R4 эпоксидный можешь разбавить. То есть много в него разбавителя не надо. То есть этой банки вам хватит на два комплекта, наверное. Но им же и разбавляешь эпоксидный. Виталий сказал, до конца жизни хватит. Ну, это кажется. Пока во вкус не войдет. На самом деле, я тоже так думал. Но когда я начал испытывать цинк, уже вот этот, который последняя формула у нас была, то есть я без одного ни одну машину уже не делал. Во-первых, прикольно то, что вот на такую поверхность, да, то есть он уже ее вот как бы выглаживает, то есть наполняемость у него очень. Один слой. Да? Да, один слой этого цинка и один слой. Мы сейчас померяем слой, я вам покажу слой. Так, все, вот это надо помыть. Посушилось, сегодня же и покрасим. А почему? Можно? Делаем мокрый по мокрому. Ну, мокрый по мокрому мне не нравится. Там видно, блядь, все. Не, ну, ребят, ну, когда нужна скорость, тут надо выбирать. Нет, мокро по мокрому я приветствую, только если ты, вот, допустим, эпоксидник, мокро на мокро наносишь акриловый. Да, нанес, пусть даже эпоксидник, там, чтобы не было такой особой просадки, акриловый, и сверху все это дело покрасил, все равно он у тебя сядет. Лучше, если у тебя уже площади большие, цинк нанес и оставишь его сохнуть. Потом уже, когда все сделал, тонкий слой эпоксидника, сверху акрилового. Досох цинк, да. Не, ну может не досох, хотя не в тот же день, а следующий. Ну опять же алюминька, она слой лучше карбоном. А если ты уже алюминькой делаешь, то здесь уже через эпоксидник и через это лучше. Там так платят, что это нормально карбоном. Нет, если когда... Хорошо оплачивается, приносят новую Витали, ты ее просто задуваешь. Да, и да. На самом деле все говорят это. Ну да, оно вообще 3 часа при 20 градусах. Да, но здесь вот на банке, здесь уже написано, как бы, чтобы наверняка, да, что 4 часа. Да. А что, свежее уже высохло? Да? Ну вот. Да, да. Наносили. То есть вот, ну, что вот, тонким наносили, 150 микрон уже высохло, 175 еще вот, ну, уже подсыхает. Да, здесь толстый слой. А нет, здесь толстый слой не нужен. Не, можно нанести два раза. Ну, толстый слой ему не нужен для работы. Так, по мовилю. Ну, мовиль, все вы знаете, что такое мовиль, да, это вот такая едкая, очень вонючая штука. Самая беда мовиля у нас какая? Это, ну, подарок такой, сюрприз сварщику, да, вот сварщик там был бы. Да, то есть, потому что, когда начинаешь варить, все это возгорается, и потушить это практически невозможно. Оно и не проваривается, да. А что еще вот у мовиля? То есть на солнце он начинает рассыхаться, начинает трескаться, трескается до основания, то есть и уже не удерживает. А еще какой минус? Ну, вонючесть это, если вы там днище обработали. Понятное дело, что вы задохнетесь, да. И из дверей это все вытекает летом, да, из порогов это все вытекает летом. То есть запах вот этот неприятный. Здесь, по сути дела, он сильно измененный, как таковой, как, ну, мовиль его и не назовешь, этот состав. Тоже, также мы пробовали проваривать здесь уже на нанесенную, да, посмотрели, насколько обгорает, то есть он не воспламеняется так, не пыхает. То есть вот обгорело вокруг, понятное дело, здесь насквозь варили, да, то есть потом это обработал и все, нету вот такой вот пожароопасной ситуации. Во-вторых, он без запаха, не воняет. Не рассыхается, то есть сколько вот она уже намазана, на морозе она лежала, то есть в Инстаграме есть это, и на морозе лежала, и везде.
Вот эти пластины, то есть также нанесено на чистую пластину надпись и в солевом тумане 500 часов. Ну, 500 часов это стандартное. То есть я допытывался, я говорю, сколько вообще 500 часов это в реальной жизни, да, в солевом тумане. Они сказали, что, короче, ну, это несопоставимая вещь, но вообще считается, что 100 часов солевого тумана – это примерно год эксплуатации. А, два года эксплуатации. То есть 500 часов – это 10 лет. Ну, это все, опять же, образно, да. Ну, и понимаете, солевой туман – это ванна, где у вас лежит при температуре, там, по-моему, 26 градусов, и у вас на детали собирается соленый пар. То есть мало того, что это просто соль, это еще и пар, это еще и теплая среда, где наиболее... Ну, то есть сама деталь, она вот как ржавеет. И, в принципе, вот я отдирал, да, детальку. Это один и тот же мой. Да, а это мы смывали антиржавчину, испытывали. Она тоже была ржавой. Вот, то есть один и тот же состав, и в принципе-то, если ее отодрать, напоминает ус. Да, то есть если ее отодрать, под ней металл чистый. Да, вот я снял, видишь, под ней металл чистый. То есть и еще чем он интересен, да, вон, он мягкий, трубы. То есть уже сколько времени прошло, да, он не дубеет, он не отваливается. То есть, опять же, у него очень хорошая проникаемость. Вот, если видно, тут она на пористую поверхность, да, покрыта. То есть она очень хорошо, да, пролазит везде. И, в принципе-то, здесь мы тоже покрыли детали прямо на ржавчину. То есть вот ржавые детали были. Ну, счистили, естественно, рыхлую ржавчину и покрыли на рыхлую ржавчину. И, как видите, то есть дальше она не ржавеет. То есть он хорошо запечатывает. А как она смывается? Сарки под защиту. Она не смывается. Не, но все равно, вот, допустим, повторный ремонт, естественно, она легче всего смоется. Сарапываешь. Вот именно, что он, ну, растворитель не берет. Вот именно, что он удобен тем, что его вот так вот раз взял, поснимал. А если он потом этой жиркой смоется, да? Технически. Ну, технически, да. Технически очистил чем-то там, ну, растворителем там. Ну, блин, ее тяжело смыть. Но, берет, да, но... Ну, царапать, да, ее можно, как бы. Но она где у нас покрывается? В основном же это пороги, да? Сейчас кто-то звонит. Да, то есть растворители его не берут. Можем попробовать. Вот, растворитель. Блин. Не, лучше обезжирка попробовать. А, не, обезжирка. Обезжирка, да? Быстро улетучивает. Ну, сейчас это. Но все равно смывает лучше, чем... 146, нет, она не растворяется, вот именно, что она хорошо защищает от этих, как его? Да, она защищает хорошо от реагентов, на, пробуй. От реагентов, от всяких вот этих вот солей, то есть она не активна с ними. Смывается. Ну, хирург. Как бы держится на детали, то есть на момент эксплуатации вполне нормально. Даже где-то это... Такие машины, когда приезжают машины в ремонт, надо покрасить часть внутренней там. Да, даже где-то, если ты, понимаешь, где-то если ты ударишь порог, да, он у тебя погнется, то есть она не потрескается. Руки щипят, бензин там, все угодно, короче, вперед. А на температуру как он реагирует? Сварка, он обгорает, да, но не воспламеняется, не загорается. Да, то есть феном мы нагревали какую-то деталь? Нет. Вот, ну мы можем фен взять у ребят. Ну да, обычно бывает, вот сильно нагреется и она течет. То есть здесь мы сейчас нагреем, видите, она становится жирной. А, и вокруг себя, видите, она начинает распространяться. То есть она еще больше впитывается, но она не течет.
То есть, ну, чтобы понимали, уже слюна кипит. То есть, у нее нету такого, что она сползает. Да. Но не стекает, не течет. То есть не будет такого, что на солнце у вас двери нагрелись, и все пошло это на пороге. Ну это же хорошо, по порогам размазал и снаружи защитил. Ну не знаю, то есть кто-то... Можно разводить, в принципе, если наносите, можете разводить и разбавителем, ну, чтобы нанести легче, потому что он густой. Можно, в принципе, это просто нагреть его. То есть феном нагрел и намазал. Сейчас я не знаю, Саша куда-то ушел. Куба прям под этот пистолет. Да, сюда европистолет одеваешь. А ее не надо разбавлять ничем? Ну, если так вот, то она как бы густоватая. Надо либо ее нагреть. Сейчас мы нагреем, поставим. Герметики, вот, которые идут в банках, да, защитные герметики, ну, тоже замечательно разводятся без жирки. И тогда его можно наносить через пистолет. Ну вот я не пробовал, я без жирка.